совсем недавно, в апреле 2019 года, в год 140-летия присоединения парка Сокольники к Москве. Сергей Михайлович в те времена был московским городским главой, как бы мы сейчас сказали, мэром. И очень много сделал не только для благоустройства Москвы, но и для присоединения парка Сокольники к Москве. Потому что в те времена парк принадлежал императору и относился к министерству имуществ. И именно Сергей Михайлович настаивал на том, что растущему городу и населению где-то нужно отдыхать и гулять. Таким образом, парк Сокольники в 1879 году, 12 августа, стал собственностью Москвы. Парк обошелся управе в 300 тысяч рублей, которую управа обязалась платить в течение 10 лет. Но получилось так, что до революции 1917 года эта сумма так и не была выплачена. Памятный знак был поставлен по решению правительства Москвы и на средства современного мецената Алексея Юрьевича Шабурова, директора Современного музея каллиграфии.